Два раза в месяц газета «Видновские вести» радует жителей Ленинского района приложением «Спорт Видное». Целых 4 газетные полосы отведены новостям спортивных достижений. В течение 8 лет вышло 190 выпусков с самой актуальной информацией и богатым фотоматериалом. При верстке спортивных полос нужно сделать так, чтобы полосы были яркие, красивые, чтобы динамичные они были, чтобы читателям самим захотелось заняться спортом, когда они читают эти приложения. И это главная цель приложения. Последние несколько лет Елена Родина, журналист «Видновских вестей», ведет спортивную рубрику, работая в том числе с авторами статей. С удовольствием расскажу про Михаила Мызникова. Мы с ним сотрудничаем уже больше полутора лет. Он пишет про мотобол. Я там правлю, вношу немножко литературной правки, но весь драйв, весь настрой, тот напор, с которым играют наши мотоболисты, и это все приносит в редакцию Мызников. На страницах приложения «Спорт Видное» можно прочитать о жизни спортивных клубов, дворовом спорте, о новых видах. Ветераны рассказывают о своих былых победах, о популярном когда-то движении ГТО «Готов к труду и обороне». Хотим эту тему вести постоянно в нашем приложении. Может быть, один номер пропустим, два, но на третий обязательно вернемся. Вот в следующем номере у нас уже были такие публикации. И тему эту оставлять мы не будем. Собираемся провести в Расторгуевых праздник ГТО. Еще один значимый проект «Видновских вестей» – приложение «Ровесники». Это детско-юношеская страничка на 4 газетных полосах также очень популярна. Проект этот у нас как-то крепнет год от года, потому что авторский актив становится более трудолюбивым, обширнее. Ребят, очень много желающих напечататься на страницах своей газеты «Ровесники». И не просто для них проходит этот труд, помимо вот зримого результата, они еще делают для себя какие-то выводы, выбирают, ориентируются на профессию, выбирают себе путь в жизни. К примеру, Виктория Филатова когда-то печаталась в «Ровесниках», выбрала профессию журналиста, стала студенткой и теперь печатается в районной газете. Оба проекта в этом году стали участниками губернаторского конкурса «Наше Подмосковье». Приложение я делаю не одна. Я его редактирую, собираю. Но мне помогает наш коллектив. И я хотела бы выразить ему большую благодарность за то, что на каждом этапе подготовки нашего спортивного приложения каждый вкладывает сюда душу. Надеемся, что наши усилия и труды оценят. И что дальше проект будет развиваться, безусловно, потому что он полезный. На наш взгляд, он полезный. Мы же, в свою очередь, желаем победы нашим коллегам в таком престижном конкурсе, как «Наше Подмосковье». Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.